Люблю домашнюю выпечку и пеку постоянно. И сегодня я буду готовить розочки-ватрушки с клюквой. Я подготовила такие продукты. Домашний творог, клюква, молоко, яйца, мука, дрожжи, соль, сахар, ванильный сахар и сливочное масло. Вначале приготовим дрожжевое тесто. Нагреем молоко и масло в сотейнике. Выливаем в миску, добавляем соль, сахар, дрожжи и перемешиваем. Добавляем яйцо, размешиваем. Всыпаем порциями муку и замешиваем мягкое эластичное тесто. Подготовим начинку. Творог разминаем. Добавляем ванильный сахар, сахар. Отдельно взбиваем яйца. Добавляем к творогу и все хорошо перемешиваем. Клюкву нарезаем и кладем в начинку. И осторожно перемешиваем. Тесто подошло, обминаем его, делим пополам и раскатываем в пласт. Толщина теста примерно 0,5 сантиметра. Вот таким стаканом выдавливаем кругляшки. Каждый кругляшок разрезаем пополам. Каждую ватрушку формируем из 3 половинок. Половинки накладываем на хлёст и заворачиваем. При этом нижнюю половинку формируем дно. И выкладываем в форму. В середину выкладываем начинку. Старайтесь, чтобы у вас дно не получилось толстым. Ставим на расстойку примерно на 20-30 минут. Ставим в разогретую духовку выпекать до готовности. Ватрушки и розочки готовы. Я их достала из духовки, теперь вынимаю из формы. Как только мои ватрушки остынут, я готова принимать гостей и пить чай. Желаю вам приятного чаепития!